Всем привет, друзья! Сегодня случилась поломка. Гитаре уже 20 лет. Ну и в очередной раз я ее достал, а она приказала долго жить. Ну, будем ремонтировать. С помощью вот такого столярного клея. Ну а для начала надо снять струны. Струны нейлоновые на ней, поэтому это будет не так сложно. И снимем их с этой стороны. Кстати, здесь стоит звукосниматель. Прям под вот этой планочкой, поэтому будем действовать аккуратно. А вот эти три струны так не снимешь. Итак, вот удалось снять. Значит, видно, здесь проклеивалось уже, наверное, неоднократно. Сейчас мы тогда зачищаем. Можно использовать инструмент. Но лучше это делать вручную. Берем шкурочку. Пожалуй, вот так будет лучше кусочком. Здесь вот можно наблюдать остатки клея. Его нужно удалить, а то он будет мешать. Сделаю это, пожалуй, канцелярским ножом. Приклеили и надо прижать. Прижал с помощью наковальни, кувалды и съемника. Все это весит, ну, порядка, может быть, килограмма 4. Этого достаточно. Еще протер там, выдавливал. Он и сейчас давит. Вон туда в щелочку видно. Ну, уже не полезешь. Все, всем спасибо. Всем пока.